Гид Йонтов, друзья, с праздником вас! Спешу присоединиться с этим поздравлением ко всему тому, что вы можете сегодня прочитать, услышать и вот как сейчас увидеть. Вы знаете, еще вчера у нас вот в Виннице здесь земля везде была черная, без травы, деревья без листьев. Сегодня стало еще холоднее, выпал снег, но мы знаем, что через несколько месяцев потеплеет, позеленеет и будет хорошо. Приходит обновление. Оно всегда приходит, когда холодно. В Евангелии от Иоанна в 10 главе мы можем прочитать, что Иешуа ходил в притворе храма Соломонова, когда был праздник обновления и была зима. Действительно, тогда в Израиле было холодно, причем не только на улице, но и в сердцах людей. Своим служением, своей проповедью и в конце концов своей смертью за всех нас он принес такое нужное, важное, долгожданное обновление для Израиля и для людей по всему миру. Еврейский мессианский портал и еврейская мессианская община города Винница поздравляет вас с Ханукой. Мы желаем вам чудес, мы желаем вам победы, мы желаем вам света и настоящего обновления в Духе Святом. Агит Йонтов.